имеет неплохой шанс отметить день рождения в Москве. У нее 7 числа очередной праздник. И для того, чтобы сделать его максимально ярким, нужно ярко и чисто катать ее произвольную программу. У нее всегда очень хорошие костюмы. Да у нее и программы нередко неплохие. Очень хорошие исполнение костюмы. Не всегда. Поставят. С Ольхом справилась, Ридбергер и Флип не очень. Еще один клип. Сальто в 2 Ридбергера. Аксель сегодня, но не пошел. Не пошел Аксель. Хорошая катальщица, очень интересная интерпретатор музыки. Да, вот катается много лет катается без мукса.
Вот катается себе без Луца и катается. И уже понимает, что и без Луца нельзя кататься, да? Угу. Ну, не говоря уже про Акселя, 2,5 оборота. Да, сегодня как-то с Акселем не пошло, беда, да. За Акселя на 2,5 оборота получила базовый 1,25, что ли? Нет, 1,1, он, ну и плюс 1, еще прибавка 1, во второй части. 1,21 получается. Ну, большая радость. Ну, радуемся, да. Вот, ну, просто вот... Но это вот она следующая ученица после Мао. После Мао, да. И вот этот недокрут, вот если бы она попала к Алексею Николаевичу, он бы ее научил, как докручивать. На последнем этапе. Ну так Алексей Николаевич здесь. Как бедра подворачивает. Она может вполне к нему обратиться. Возьмет или нет, это другой разговор. Обратиться-то никто же не мешает. Она очень хорошая девчонка, очень хорошая девочка. Она просто выпрыгивает, а потом начинает вращаться. У нее довольно большой прыжок. И теряет на этом сколько времени? Да, она должна туда уже ввинчиваться. И поэтому она не успевает. Она выходит туда, а потом она падает. И вот на этом падении она не успевает прокрутить 3 оборота. Но у нее уже такая техника. Да. Технику ломать очень тяжело. Очень всегда значительно сложнее. Да, все ведущие тренеры тоже переучивали, ничего не переучили. У кого ребро, у кого что. У них много очень шоу в Японии. Она во всех шоу участвует, она, так сказать, сама себя обеспечивает и очень любит кататься, очень любит тренироваться, тренируется. Ну вот, на Луца не выучила. А все в хорошем настроении, обратите внимание. Настроение. Москва, она провоцирует на хорошее настроение. Совсем немного набирает Танака Мураками. Она в произвольной программе проигрывает еще Ангелине Кучвальской. И, судя по всему, проигрывает той же Кучвальской еще и по сумме. Причем проигрывает 6 сотых. У Кучвальской 151,9, 151,3 у Танака Мураками. Ну а в лидерах по-прежнему итальянка Родегьеро.